Всем привет! Вы на канале Simple Food, меня зовут Юля. Сегодня я хочу приготовить вместе с вами ризотто, но не классический. Так как вы знаете, наверное, ризотто делается всего лишь из трех сортов риса, который подходит только для этого блюда. Но у нас сегодня будет с вами ризотто, которое можно есть на ужин. Да-да, именно рис и на ужин. Но, единственное но, у нас будет не классический рецепт. Мы будем использовать красный рис. Итак, нам понадобится 1 стакан красного риса, 100 грамм твердого сыра, 2 столовые ложки 15% сметаны. Данный вид риса считается самым полезным среди остальных. Он не шлифован и в нем сохранена оболочка, имеющая красный цвет за счет натуральных растительных пигментов. Красный пигмент в рисе является очень мощным антиоксидантом. Перед тем, как отправлять рис вариться, хорошо пару раз нужно его промыть. В кастрюльку наливаем 2,5 стакана воды и высыпаем в нее промытый рис. Постепенно перемешиваем и доводим до кипения. Теперь делаем маленький огонь и оставляем вариться примерно минут 30. Длинными дольками нарезаем огурец и помидоры. Овощи будут отличным дополнением к рису. Готовый рис должен быть рассыпчатым, а вода полностью впитаться. Теперь добавляем 2 столовые ложки сметаны и все тщательно перемешиваем. Красный рис невероятно питательный, но совершенно не нагружает организм, легко усваивается за короткое время. Немного соли и пряные травы по вкусу. Натертый на крупную терку сыр отправляем в рис и аккуратно все перемешиваем. Сыр сразу начнет таять и тянуться. Это очень ароматно и вкусно. Наш ризотто из красного риса уже готов. Самое главное в этом блюде, чтобы оно было горячим, поэтому подавать его нужно будет сразу. Большое значение имеет то, какой сыр вы используете. От этого будет зависеть тягучесть самого блюда. Ну что, будем пробовать? Это вкусно. Это действительно вкусно. Сливочный вкус благодаря сметане, сыр. Это потрясающий ужин. Я уверена, что вам он понравится. Попробуйте. Обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам ризотто из красного риса. А также не забывайте смотреть новые видео на канале Simple Food. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новинки. Ставьте лайки. И пока-пока!